Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. С огромной радостью приветствую всех вас сегодня, несмотря на такую не совсем весеннюю погоду, зал полон, и это очень здорово, потому что сегодня один из самых титулованных российских гитаристов Роман Мирошниченко при участии камерного струнного оркестра Владимирской филармонии презентует международный проект Fusion Holiday на сцене Владимирской областной филармонии. Концерты в Москве и Владимире проходят в рамках юбилейного 25-го Калужского международного музыкального фестиваля «Мир гитары», одного из крупнейших событий в мире гитарной музыки. Роман Мирошниченко является руководителем международных проектов этого фестиваля. И сегодня гитарист выступит со своими друзьями, известными артистами, яркими представителями джаз-рока и фьюжн. Среди них выдающийся аргентинский пианист и клавишник Марио Пармезано, кубинский перкуссионист Овер Серрано, ведущий российский бас-гитарист Ренат Насыров и виртуозный барабанщик Валерий Черноок. Также сегодня вас ждут сюрпризы, поскольку мы с вами все увидим и наших земляков на сцене областной филармонии. И вот открывает сегодняшний концерт наш земляк. В этом году выпускник Российской академии имени Гнесиных. Он учится в классе преподавателя замечательного гитариста Дмитрия Илларионова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Гуделев. И сейчас прозвучит арабская каприччо. Не видно. Арабская каприччо Франческо Тарага. Сергей Гуделев.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Гуделев. Ну, как вы видите, в концерте сегодня принимает участие камерный струнный оркестр областной филармонии под управлением Александра Сонина. В настоящее время оркестр достиг высокого исполнительского уровня, воплощает новые идеи и проекты, часто сотрудничает с известными музыкантами и коллективами. С большим успехом уже состоялся концерт оркестра и Романа Мирошниченко на сцене нашей областной Владимирской филармонии в марте этого года. Музыканты понравились друг другу, отлично сыгрались и решили продолжить этот эксперимент. И вот сегодня вместе с камерным струнным оркестром будет играть аргентинский пианист-клавишник Марио Пармезано. Удивительно, что он очень долгое время работал с музыкантом Эл Ди Миоло и считается одним из лучших интерпретаторов музыки Астора Пьяццолы жанра нуэво танго. И вот сегодня мы с вами в этом убедимся. Будет звучать музыка Астора Пьяццолы. Итак, камерный струнный оркестр Владимирской филармонии под управлением Александра Сонина и Марио Пармезано. Thank you.
Thank you.
Марио Пармезано. Камерный струнный оркестр Владимирской филармонии под управлением Александра Сонина, Андрей Шевляков. Ну что ж, друзья, пришло время представить нашего главного сегодняшнего героя. Это Роман Мирошниченко. Он исполняет музыку в стиле фьюжн. Это очень гибкий стиль, который включает в себя и элементы джаза, и блюза, прогрессив-рока, современного фолка разных стран. Критики и слушатели единодушно признают музыку Мирошниченко воплощением безграничной романтической страсти. Крупнейшие производители гитар считают за честь назвать его официальным артистом своего бренда. В своих выступлениях, география которых охватывает более 150 городов России, СНГ, США, стран Европы и Азии, артист раскрывает бескрайнюю партитуру звучаний своего инструмента. Мировые хиты в исполнении артиста обретают новую жизнь благодаря головокружительным импровизациям и безупречной технике. Роман Мирошниченко является единственным в Европе четырехкратным лауреатом престижной премии Independent Music Awards. В 2013 году Роман Мирошниченко стал одним из героев всемирной энциклопедии The Great Jazz Guitarists. Великие джазовые гитаристы крупнейшего музыкального издательства Hall Leonard Books, в которой собраны материалы о самых выдающихся джазовых гитаристов 20-го столетия. Итак, Роман Мирошниченко и его друзья-музыканты.
Один, два. Спасибо большое. Наконец-то и во Владимир приехал мир гитары. И я думаю, наше такое первое знакомство с этим фестивалем состоится на самом такой позитивной волне. И мне очень радостно, что, несмотря на все сложности, нам удалось привести блестящих музыкантов. Это Марио Пармезано из Буэнос-Айреса, Ринат Насыров на бас-гитаре, Валерий Черноок на ударных и наш кубинский гость Овер Серрано из Гаваны. И этот концерт необычен тем, что мы не только себя любимых вам показываем, но и радуемся вместе с вами тому, какие у вас великолепные музыканты. Вот в частности, это оркестр, с которым мы уже второй раз выступаем. И завтра мы едем впервые на совместные гастроли в Москву, в столицу, и будем выступать в Международном доме музыки. Также открыл наш концерт, также ваш земляк. Ну и еще будут сюрпризы некоторые, а сейчас мы еще продолжим музыкой Астора Пьяццоллы. Спасибо большое, что вы пришли. Так, приятно видеть большой зал.
Thank you.
Спасибо. Марио Пармесано. Рената Сыров, Валерий Чернов, Ковер Сирано. Александр Сонин, оркестр Владимирской филармонии. Ура. Спасибо. В общем, вот таким было первое отделение, состоящее из произведений великого Астора Пьяццоллы, и мы скоро к вам вернемся с более такой жесткой и веселой музыкой.
Спасибо. Андрей Шевляков, ваш земляк. Молодец. Кстати, эта композиция недавно принесла мне номинацию премии Голливуд Music and Media Awards, и мне благодаря этому удалось стать на один пьедестал номинантов с такими величайшими композиторами, как Алан Сильвестри, Джон Уильямс и многие другие. Вот. Спасибо. Ну и сейчас мы разнообразим, снова приглашаем Марио Пармесано. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо. Овер Серано соло на конгах. Валерий Чернов на ударных. К нам возвращается струнный оркестр. Не с простой миссией. Сейчас один из сюрпризов. И я бы хотел... У вас есть тут ребята такие, они, кстати, есть? Да. Там, видимо, лучше. Ну, одного из них... Интригу сохраняем. О, идут. Одного из них звать Тимофей Копылов. И он пришел со своим партнером по сцене по Рекорд Оркестра. И мы придумали такой интересный вариант сегодня. Вот на открытии «Мира гитары» выступал Марко Мендоза. Это бывший участник группы White Snake и сын Лизы. И мы там сыграли одного из его песен. И вот ребята ее успели приготовить буквально за 2 дня. Поэтому сейчас еще одни ваши земляки покажут, что Владимирский регион, он богат на талантов, как вы видите. Владимир! Everybody, have you heard that news? I got a recipe to get rid of the blues. Is bring it on home with your attitude, yeah. With your attitude, I wanna go where I've never been. I wanna reach where the angels sing. I gotta fly to the highest star. I gotta weep when the wind all dies. We gotta rock. I can't get it up when I know it's right. Tonight, the train is running, gonna travel fast. It travel now with the speed of light. I can't say how if it's right or wrong. All I know is just to sing this song. I wanna fly to the highest sky. I wanna reach where the angels fly. I wanna fly to the highest sky. I gotta win when the wind all dies. Speed by the rock. I can't get it out when I know it's right. Let's bring on the jam track here tonight. Feel on the rock. I can't get it up when I know it's right. Feel on the rock.
Let's be in the church right here tonight. Yo! Алексей Барышев и Роман Мирошниченко, ура! I'd like to reach where the angels sing. I wanna fly to the highest high. I wanna reach where the wheel all die. Steal on the rock. I can't get it out when I know it's right. Feel on the rock. Let's bring the church right here tonight. Feel on the rock. I can't get it out when I know it's right. Feel on the rock. Let's burn the church right here tonight. Спасибо!
Спасибо. Еще раз всех представлю. Марио Пармезано, наш специальный гость из Аргентины. Овер Серрано из Кубы. Ренат Насыров из Москвы. Валерий Чернок. Также Александр Сонин, оркестр. Завтра приезжайте в Москву, у нас будет большой концерт в преддверии юбилея. И мы очень надеемся, что фестиваль «Мир гитары» успешно дебютировал и приживется у вас. Мы будем прилагать все усилия. Спасибо большое. До свидания. Sing now.